31 июля. Сегодня праздник, день ВМФ. И мы с родителями поехали посмотреть, как проводят праздник в деревне. Вот они уже сидят сзади. Довольные такие, принарядились. Я сегодня сидел. Посмотрим, как проходит праздник в день ВМФ в деревне Строевское. Боялся, что... Мы подъезжаем к Строевскому. Вот так вот вдоль реки расположен Строевское поселочек. Ну вот мы доехали до Строевского. Здесь уже началось. Сейчас уже гуляние началось, какое-то музыка. Что сейчас будет здесь твориться, мы не знаем. Просто посмотрим, как проходит день военно-морского флота в поселке. Село Строевское? Село Строевское меня поправляют, я думал все время поселок, но это село. Посмотрим. Интересные моменты такие. Сейчас пойдем. Здесь есть всякой интересности. Эй-эй-эй. Погнали рубасить всех. Все продают из дерева. Какой брать все-таки будет? Ну, мне кажется, вот этот он побольше будет. Оленька тоже здесь со мной. Пошла прогуляться. Ну, пошли посмотрим. Все. Вон там уже батя тут что-то ходит, шныряет. Ну, пошли на ярмарку заглянем. Какая-то ярмарка. Но одна мамочка, да сядут парочки, и с днем флота всех. С праздником. Ну ладно, поехали. Так, конечно, вот теперь Здесь что такое? Здесь пряники, мед, все. И пирожки-то всякие, и свинятина. И пирожки-то, и калитки, и всего чего-то нету. Сливовая настойка есть даже, понимаешь? Здесь всякая вкусня. Видишь, берестяные картины. Такого нигде нету, да? Я не знаю. Это что такое? Это что такое у вас? Это кашпо. А, кашпо, я думал, корзинки просто. Нет, корзинки он. А, вот. Корзинки были берестяные, но они уже проданы. А все, это понял. Вот цветы. А сколько у нас? 5. Дальше тоже небольшая площадка. Детские игры, финиш, что такое вообще нарисовано. Какие-то детские игры, развлечения для детей, бросание колечек на... Если ты меня не видите, Лаша! Да, у тебя понятно. Я буду ваша, но это я не видела. Да, может, где-то... Здесь играются. Здесь проходит награждение участников какого-то пробега. Давайте посмотрим. Ветеран спорта Архангельской области, лауреат премии «Достояние Севера», гордость Поморья. Здесь награждение.
Здесь у нас на награждении присутствует жена Михаила Васильевича, в честь которого мы проводим пробег впервые в этом году его памяти, Кашина Галина Михайловна. Итак, начинаем награждение. На сцену Анфимова Павла, покажи медаль. Варенью Егора и Козлова Григория. Крутяк. Вот это школа, в которой училась мама. Вот такая вот мама или папа, я не знаю, кто-то из них здесь училась. Мама училась вот в этой школе. Окна заколочены, уже все такое, как говорится, старенькое. Два этажа. Такая вот маленькая школа. Не сравнить сейчас, которая школа. Видишь, какой стол здесь стоит? Пиперной. Стол пир. Здесь проходят соревнования по подтягиваниям. Ребята молодые. Один раз схватился, вот, схватился раз, да? И больше не перехватывай. Раз. По возрасту, помни, что такое. Четыре. Так, до бесконечности. Да, что, да, удивляем. Раз, Ну вот, ребят, сейчас мы посмотрим, как идет построение, марш, проходит маршем все бывшие военнослужащие, те, кто служили на флоте. Мы это немножко покажем вам. Ну и дальше они идут с построением на поднятие флага. Как бы так сказать, скорее всего, все, мы здесь будем закругляться, поедем кушать. Куда налево? Вон там. Экипаж! Сравнять! Смирно! Направ! О! Правое плечо вперед! Шагом! Марш! Шагом, марш! Шагом, марш! Ну чё, вот все, праздник закончился, мы выехали на берег Волги. Здесь не закончился, а перерыв. Перерыв праздника, он батя говорит, у меня перерыв праздника, вот мы приехали на берег Волги. Здесь такая вот красота, мост, зажгли мы костерок, сейчас мы пожарим мясо, будет у нас обед. Готовим шашлычки, родители сидят на такие, знаете, сидят такие, вот, такие на скамеечке сидят довольные, маленькая сидит.